Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Александр, я приветствую вас на проекте «Строй живи». Мы продолжаем строить фахверковый дом. К нам, наконец, приехал кран. Честно признаюсь, на третий день он только смог заехать в нашу горку. Почему? Да просто потому, что неопытные крановщики приезжали до этого. Этот товарищ оказался опытным, поэтому всем рекомендую. Зовут его Роман. Номер телефона вы увидите на кране. Итак, вертикальные столбы у нас уже все установлены. Установили мы их, напомню, вручную. Не так это тяжело для нас оказалось. А сейчас, сегодня в нашей серии вы увидите установку горизонтальных ригелей для раскрепления нашего каркаса. Дорогие друзья, кроме затруднительных подъездов к строительной площадке, у нас есть еще одна сложность. Это провода, висящие между складом с клееной балкой и непосредственно со строительной площадкой. Поэтому нам пришлось кран заказывать сюда не обычный там 22 метра, а 30-метровой стрелой. А еще, друзья, у нас отличная новость. Обратите внимание, что на канале уже 100 тысяч подписчиков. И сегодня ради этого грандиозного события решил произвести аж целых два конкурса. Один на YouTube, другой в нашей группе ВКонтакте. Как вы думаете, какой будет призовой фонд? 100 тысяч подписчиков? Ну, я думаю, вы догадались. О призовом фонде и условиях конкурсов чуть позже. Все, друзья, работа у нас с краном пошла. Хочу обратить ваше внимание на один момент. В какой последовательности мы собираем балки? Вы видели, что вот эту нижнюю и вот там с торца еще одну нижнюю мы установили своими руками без крана, так как этот низко, вот на уровне пояса. Тем самым мы связали угол. Теперь этот угол жесткий, поэтому мы оттуда и начали монтировать верхнюю балку. Завязав вот этот угол полностью, раскрепив его, мы приступаем к следующей балке, вот где сидит Максим, вот на самом верху. То есть спускаем ее дальше. Тем самым завязываем все стены и углы между собой. У меня есть еще небольшой должок перед зрителями нашего канала, а вернее перед участниками фотоконкурса на форуме forumstroy.com. Объявили фотоконкурс. Очень большое количество людей откликнулось на наш призыв выложить фотографии с пояснениями и комментариями своих работ, то есть по строительству, самостоятельному строительству каркасного дома. Значит, я в новогодние праздники все-таки посидел, полистал, просмотрел все фотографии, все комментарии перечитал, занял это большое время, но мне повезло, среди участников фотоконкурса есть один явный лидер. К сожалению, не знаю ни его, ни имени, ни фамилии, даже города, в котором он проживает и в котором проводилось это строительство. Ник его Вара92. Кому интересно, можете зайти, ознакомиться с его страничкой. Он в одиночку построил за 85 дней каркасный дом размером 6х6, причем подстроил его полностью с утеплением, с отделкой, с полами и так далее. И терраса там небольшая, 6х3. Уважаемый, не знаю, как к вам обратиться, Вара92. Обязательно найдитесь, объявитесь, напишите нам на почту, которая указана в описании к этому видеоролику. И мы с вами обязательно свяжемся и решим, как вы сможете получить свой приз. Это шуруповерт от компании Hilti в полном наборе. Это сам шуруповерт, зарядное устройство, два аккумулятора и набор бит. Все это упаковано в красивом чемодане.
Еще раз от всей души поздравляю. Так держать никогда нельзя, бояться строить самостоятельно. Главное иметь проект качественный, иметь голову на плечах и руки, растущие из нужного места. Ну, инструмент хоть какой-нибудь. И всегда у вас все получится, все построить. Спасибо. Ну а теперь самое интересное, как же поучаствовать в этих наших двух конкурсах и как получить приз в 100 тысяч рублей. Ну еще раз повторюсь, 100 тысяч рублей — это общий призовой фонд. Конкурса 2, поэтому на YouTube 50 тысяч и ВКонтакте 50 тысяч рублей. Итак, конкурс на YouTube. Вам нужно посмотреть этот ролик, поставить под ним лайк и обязательно написать комментарий. В комментарии что писать, решайте сами. Но приветствуется похвала, так как мы хорошо старались при сборке этого каркаса. Ну и, конечно же, поздравления с таким знаменательным событием. Ну а самое главное, вы должны быть подписаны на канал. Когда будем разыгрывать этот конкурс, все эти мероприятия будут, естественно, проверены. Еще раз, подписка на канал, лайк и комментарий с вас. Конкурс ВКонтакте. Здесь примерно то же самое. Вы должны посмотреть наш видеоролик в группе ВКонтакте. Не на моей странице, не где-нибудь еще, а именно в группе ВКонтакте. Сделать оттуда репост, написать поздравительный комментарий и поставить лайк. Ну и при этом вы обязательно должны, естественно, состоять в нашей группе ВКонтакте, которая так называется «Строй живи». Найти нашу группу ВКонтакте очень легко, но тем не менее ссылку на эту группу я оставлю в описании к этому видеоролику. Теперь о том, как будет разыгрываться. Естественно, разыгрываться будет все абсолютно честно. У нас уже много подтверждений тому, что мы конкурсы проводим честно и вручаем призы. Разыгрываться это будет все в прямом эфире, на YouTube, на нашей страничке в Instagram, которая называется «Строй живи», возможно, на моем личном Instagram, на моем личном профайле. В качестве доказательства того, что мы конкурсы проводим честно, вот вам несколько вставок о том, как мы призы эти вручаем. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Александр. Я представляю компанию СВ «Фундамент» и проект «Строй и живи» в московском регионе. В ноябре текущего года генеральным директором компании Александром Касумовым был объявлен конкурс, суть которого вы можете посмотреть на нашем канале. По итогам конкурса победителем является Денис Смирнов из города Калуга. И сегодня мы ждем его в нашем офисе в городе Чехов для вручения приза. Призом является вот этот вот iPhone. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. От имени генерального директора компании позвольте вручить вам данный приз, честно выигранный. Пользуйтесь. Спасибо компании за такую возможность, да, выиграть такой приз. Вот. То есть неожиданная для нас ситуация, но вот так вот репост дает выиграть. Эрнест, да. Добрый день. Меня Александр зовут, компания «СВ Фундамент». Очень приятно.
Я напоминаю вам о том, что вы участвовали в нашем конкурсе, который проводился в группе ВКонтакте. Выиграли замечательный вот этот шуруповерт. Вручаем вам его. Спасибо, спасибо. Наслаждайтесь. Вещь очень хорошая. Спасибо. Ну и продолжайте участвовать в наших конкурсах, их будет еще не один. Обязательно. Побеждайте, всем своим друзьям передайте. Хорошо, хорошо, обязательно. Спасибо вам, удачи. Все за вас болели, вы достойны конкурсанта и достойны первого места. Очень хорошо. Теперь я сам не ожидал, что так получится. Это вам, ну, самое главное приз. Поздравляем вас с призом, с вручением. Спасибо. Так сказать, выигрышем. Спасибо. От наших посмотреть можно? Guilty, конечно, посмотрите. Попользоваться. Вот. Жду, когда уже можно будет покрутить. Уже можно крутить. Вот, сейчас будем наружную отделку делать. Приз нашел своего героя. Как раз вовремя. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, можно? Что я напоминаю, что вы участвовали в нашем конкурсе, выполнили все условия и оказались счастливым победителем. Да. Поэтому вот ваш приз. Спасибо, это все большое. Реальность, это не игра. Спасибо. Еще участвуйте в наших конкурсах, всем своим друзьям расскажите. Обязательно выложите на стене ВКонтакте о том, что вы выиграли в нашем конкурсе. Удачи вам и крепкого фундамента по жизни. Спасибо большое. Ну а теперь о призах, друзья. Я объявил, что 100 тысяч подписчиков, призовой фонд 100 тысяч рублей. 50 тысяч на YouTube, 50 тысяч ВКонтакте. Итак, мы определяем двух победителей в прямом эфире. И этим победителям даем право выбора тех услуг или того товара, который производит наша компания «Свой фундамент» и «Строй живи». Это может быть проектирование фундамента, проектирование силового каркаса, проектирование фахверкового дома, домокомплект силового каркаса, каркасного дома, кровля, винтовые сваи, монтаж фундамента, строительство. Абсолютно любые услуги, которые предоставляют наши две компании строительные, на сумму 50 тысяч рублей. Точно такая же история с победителем конкурса в нашей группе ВКонтакте, в группе «Строй и живи». Точно так же победителю предоставляется право выбрать любые товары и услуги, производимые нашей компанией, на сумму в 50 тысяч рублей. Если вдруг по какой-то причине вам не требуется никаких услуг, никаких товаров от нашей компании, для того, чтобы меня не обвиняли в том, что я рекламирую свою компанию, хотя это было бы глупо не рекламировать ее. Значит, я бог с ним, раз такое у нас событие, гулять так гулять. 50 тысяч рублей могу перечислить вам на ваш счет в качестве денежного приза, если кому-то нужно. Ну, конечно, лучше воспользоваться услугами нашей компании. С вами, как всегда, был Александр. Проект «Строй и живи». 100 тысяч на нашем канале. До скорой встречи. Пока.